Слава Богу. Энджи, ты цела? Эндрю, я боялась, что следующий, кого я увижу, будет с крылышками Арфи. А это кто с тобой? Джо Шеридан, армия США. Очень рада встрече, генерал. Но у меня плохие новости, Эндрю. Они убили Каналиса. Я успела с ним поговорить, но он был совсем плох. Я не смогла узнать имени Прометея, но я знаю, где его искать. Где? В Таргау. У Прометея там какое-то незаконченное дело. Мне все равно, где он. Если нужно, достану его хоть из-под земли. Немало парней отправилось домой в гробах из-за этого Прометея. Начиная еще с Туниса. С Касарина. Сообщение от фельдмаршала Роммеля. Он высоко оценивает вашу роль в наступлении и намерен назначить вас командующим корпусом. Поздравляю, мой генерал. Сем. Мы знали все об их численности и позициях. Здесь справился бы и ребенок. Разведка фельдмаршала доложила весьма точно. Роммель тут ни при чем. Это Канарис. Сражение выиграл этот его агент Прометей. Осмотреть убитых, и их, и наших. Искать воду и патроны. Кто вы? Полковник Кэмпбелл, военное министерство. Разведка, а вы? Майор Шеридан. Джо Шеридан. А здесь разве командует не полковник Ходж? О нем ни слуху, ни духу уже 6 часов, хотя обломки его джипа нашлись. А подполковник Хэмсон? Ну, скажем так, его можно отправлять на родину в консервной банке. Значит, теперь вы здесь главный майор. У меня приказ собрать всех, у кого есть две руки, две ноги и оружие. С какой целью, сэр? Держать оборону. До подхода подкреплений. Безумие. К завтрашнему вечеру целая немецкая армия обрушится на Касарин. Там мы и должны держать оборону. Но меня-то в этом убеждать не надо, старина. Но против 21-й танковой дивизии Роммеля у вас есть только винтовки. Не знаю, как вы доберетесь до Касарина. Есть один способ. Взгляните. Мы связались с противотанковым дивизионом, блокированным севернее Избибы. Примерно здесь. Ясно. А оттуда всего полдня пути до Касарина. Ну что ж, господа, всем привет. У нас уже идет вторая серия. Мы сегодня с вами отправимся, как вы заметили, в Тунис. Посмотрели отличные катсцены. Смелое решение. А вы не из тех, кто легко уступает. И, как вы видели, наш главный герой уже еще точнее, не генерал. То есть мы ушли в прошлое. Встретимся с этими артиллеристами. Нам любая поддержка сгодится. Так, переместиться к точке встречи. Хорошо, нет проблем, мы это сделаем. Так, новая единица GI, легкая пехота. Может захватывать базу, устраивать засады в лесах городских кварталов. Давайте ее отправим вперед. Так, чтобы увидеть полное описание боевой единицы, выделите ее, затем нажмите B. Ну, давайте попробуем. Что-то я B нажимаю. О! Улучшений нет, период войны, тут все полностью вики своя, собственно, кстати, в игре присутствует Википедия, про каждую технику можно почитать, когда она пришла на вооружение данной стране и чем ее заменили. Угу. Сэр, впереди много вражеской пехоты. Гренадеры, так. Ну, в принципе, это немецкая альтернатива, наверное, да, но я вижу итальянские полка, тяжелые единицы, но если кто не знает, то... Италия была на стороне фашистов. Так, мы их побеждаем. Интересно, они перемещаются на машинках. Двигаемся вперед. Они быстро реагируют. Противник накапливает силы перед сбивой. Быстрее, пока они нас не опрокинули.
Вражеские патрули, ударьте по ним, пока они рассредоточены. Давайте по ним ударим. Интересно, очень идет обстрел. Артобстрел откуда-то оттуда, то есть с моря. Посмотрите на размеры карты. Просто потрясающе, правда? Это всего лишь вот эта точечка, это мы. Так, этих тоже уничтожить. Можно вести. То есть, видите, мы когда посмотрели брифинг, мы находимся в этом же месте. Там как будто выход из палатки, а здесь мы управляем нашими войсками. Очень интересно сделано, мне очень нравится. Как будто играешь какие-то солдатики, что ли, сразу детство какое-то навеивает. Сбиба уже недалеко. Так, ага, под стрессом войско двигаются медленнее, их нельзя выбрать. Угу. Так, а войска автоматически лечатся вне боя. Так. Ну, значит, надо подождать, пока они лекнутся, и... Что происходит? Мы, кстати, зарабатываем опыт. Майор, приближаются два вражеских танка. Так, танки. На нас идут танки. Они нас разорвут на куски. Ну да, у нас... Сэр, ничего против танка нету. Они атакуют вражеские танки. О! Повезло. Мы чуть не попались. Все, как я и сказал. Цыплят по осени считают, майор. Все только начинается. Что теперь? Боевая группа 21-й танковой дивизии отбросила нас с Бетли, а скоро подтянутся и остальные ее части. Печалька. Насколько нам известно, у них есть и пехота, и танки. Крупные значки, которые вы видите, обозначают танки, а мелкие пехоту. Угу. Ясно. Авангард 1-й танковой приближается к нашему левому флангу. Угу. Они задержат немецкие танки, пока мы идем к Кассерину. Угу. С помощью них мы пройдем дальше. Танковый полк поступил в ваше распоряжение. О, как здорово. Давайте их поставим вот сюда. Так, боевая единица. А как узнать, когда они вылечатся? Значит, не нужно отправлять свои цели просто вперед для мяса. Дальность атаки, это я уже понял, да. Давайте-ка вы откройте по ним огонь. Ага, ну про огонь я тоже понял. Противотанковые орудия не могут стрелять в движение. Это тоже печально. Оставшийся танк укрылся за зданиями, сэр. Выдвиньте орудие вперед, майор, если хотите попасть по этому танку. Так, ага, это я тоже понял. Помните? С танком справится только противотанковая пушка. С пехотой лучше всего справится наша пехота. Так, есть, танк попался. Смотрите, а пушки бьют очень довольно-таки далеко, я бы сказал. Пока все хорошо, майор, но время уходит. Мы так. Должны оставить Светлу, чтобы отойти к Кассерину. Главное, сейчас, чтобы пятая танковая нас не раздавила. Они выиграют нам время для отхода к Кассерину. Не теряйте его даром, майор. Отлично, одной пушки у меня нету, да? Они заняли город. Противотанковым пушкам понадобится время, чтобы выкурить эти танки. Давайте пусть по ним ведут огонь. Так, синтригунь дает подсказки при наведении камеры. Чтобы отыскать хороший гость, стрельбы перемещайтесь. Так, противотанковые орудия не могут атаковать с непробиваемой орудием пехоту. Понятно. Лучше бы солдатикам отступить, а вот пушкам как-нибудь вот так вот стать. Хотя, если им прикажу атаковать, они, наверное, найдут для себя удобные позиции. Хорошо. Дорога на Кассерин открыта. Поспешим. Давайте отойдем к Кассерину, пока нам на голову не свалилась вся 21-я дивизия. Угу. Видите, даже есть вот такие вот города, даже можно их приближать. Они выглядят очень потрясающе, даже, кстати, большие города есть. Здесь даже что-то горит. Так, эти пока займут этих. Посмотрите, какая война идет. Походу, они оттуда с моря приходят. Первые танковые долго не продержатся, майор. Мы должны попасть в Кассерин, прежде чем немцы прорвут ее оборону. Так, нам есть танк. Надо его уничтожить. Вот так вот.
Да, пехота двигается намного медленнее, конечно. Так. Ну, это все понятно, пехота против пехоты. Нужно делать тактические заходы на противника. Пехоты у нас очень много. Немцы упали. Даже, по-моему, то ли они опыт, то ли они очки какие-то получают, то ли деньги. Ой, по нам уже ведут огонь. Случайная пуля. Тут прям бойня целая идет, но не первое не пройдет сквозь немцев, это уж точно. Посмотрите, их количество нам просто тупо больше и все. Так, давайте туда двигаться пока что. Задача наша добраться до отсюда. Мы видим, что на них нападают со всех сторон. Огонь. Пока идем все очень быстро и хорошо. Преград никаких. Так, пока не идут, посмотрим. Ну, смотри, уже первый начинает отступать, а вот немцы начинают, да. Ну, мы вовремя прорвались с помощью них, так вышли, неплохо вышло. Так, атакуем. Есть, да? Все, вперед. А то еще случайные пули нас завали тут. Достичь кассы менее чем за 3 минуты. Смотрите, есть дополнительная миссия. По ходу дела. Идут наши войска на подходе. Мне очень нравится, как сделана земля. То есть, когда ее отдаляешь, приближаешь. Так, Кассерин мы взяли. Захватили, точнее, пришли на помощь этой пехоте, которая была здесь. И мы выполнили вторую миссию. Что ж, мы продолжим уже в следующей серии, где мы будем продолжать третью миссию. Всем удачи и всем пока.